Ну что, всем приветики. У нас немножко снег идет. Ну так, такой, да. Утром, конечно, было побольше. Так я, ну, фотографию выставила. Так прям листья. Интересно, осенние листья так красиво. И снежок так лежит. Ну сейчас такой слегка так падает. Он не задерживается надолго, да, как говорится. Ну что, сегодня я планирую елку поставить. Планирую пока. Но я не знаю, это в одно видео влезет или нет. Потому что, считай, пока ее распакую. Я же вам, как и говорила, у меня новая елка. Так что будем сначала ее распаковывать, а потом уже игрушки надо тоже занести. Все, короче, планирую. Ну, посмотрим, что будет. Так что еще увидимся. Я тут смотрю, Коля мне купил эту, ну, на стекло. Я вам говорила же, да, что у меня машина на улице стоит, и надо на переднее стекло вот эту вот на ночь попробовать. Тут со шнурками вон какими-то как-то. Короче, вот тут. У кого такая есть? Помогает? Нет, он должно помогать. Потому что утром выходишь, правда, все замерзшее стекло, пока все разморозишь. Так что надо будет попробовать. Потому что сегодня был минус. Все машины опять замороженные были. Пока нашкрябаешь это стекло. Так что вот до минус 40 стоит. Так что будет тест на завтра мне. Как это сфункционирует. Посмотрим. Ну что, сейчас будем пробовать колбасу эту, хотя вчера уже попробовали. Но то, что сын вчера заезжал вечером, тоже много там чего ему дали. Так что это, ну, вкусная вот эта вот. Прям вот интересный такой вкус. Она как сыровяленая или какая колбаса вот эта вот. Ну, тот, кто знает, сыровяленая. Да и насчет сгущенки меня спрашивали. Не знаю, стояла, там стоит типа 95,85% жира. Говорит, да, она белорусская, вот. Не знаю, ее сейчас пробовать, честно, не будем. Все подряд постепенно. Также и эту морковку тоже вчера пробовали. Ну, морковка, она везде. И в Африке морковка. У нас в русском магазине, по-моему, тоже такую продают, да? Да. Или так, вкус такой, нет? Что? Вкус чуть-чуть другой. Больше кориандра в нашем русском магазине продают. Здесь как бы поменьше. Окей, ну что, давай-то нарежем. Давай нарежем. Вот Коля сейчас порежет. Всем привет, да, Коля? Да, всем привет, всем здравствуйте. Я уже лучше себя чувствую. Но еще не отошел все равно от дороги, Ну, да? еще, да, как бы. Ну, это вчера сын приехал, попробовал колбасу тоже. Ну, понравилось всем, так сказать. Ну. Да, жжение понравилось. Ну, интересный, да, вкус, я уже сказала. Она, видите, как сырая, как будто бы. Там где еще эти какие-то приправы. Это, мне кажется, это не перец, это оливки. Оливки? Да. Вчера я так распробовал. Кусочками на. Сейчас мы на кусочек хлеба положим. Попробуем. Я уже с утра сырок съела. Картошка. А, и вчера, да, мы один съели. Ну, вкусные, конечно, эти сырки в шоколаде. У нас в Лидле типа таких продают, но они сильно плотные у нас в Лидле. А вот эти вот сейчас покажу, какой я имела в виду. Сырки, да? Один я съела, какой-то картошка. Только другая была упаковка утром с кофе. Сытный он. Так что очень вкусные. Вообще российские продукты очень вкусные. Там такое разнообразие. Мне уже написали, правда. Ну, как и твоя мама, да, говорит. Лишь бы деньги были, а так все есть. Там еще, Коля, видео у него есть в рыбном, да, ты отделе был? Или где Да, там? да, Боже, мясном, что там творится? Боже, нам здесь это и не снилось. Может, поставим? Это что, у тебя маленькие бутербродики? Да, это вот тебе. Данки. Теперь пробуй. Ну, я попробую. Давай, пробуй. Вкусно, вкусно. Так что всем, кто кушает, Да. приятного аппетита. Так, ну что, Коля занес вот коробку. Я его сегодня попросила, чтобы он занес, потому что завтра он уже на работу. Вот он мне сегодня, мы как вместе ее сейчас попробуем собрать, потому что я же говорила ново, я уже 10 раз сказала, извиняюсь. Она, короче, она не 1,80 м, я что-то думала на 1,08 м. Она же у нас высота 2,13 аж. И ширина 1,40 м. Ё-моё, куда ж мы ее засунем, Коля, не знаешь? Не знаю. Так что сейчас будем собирать. Это вот сама коробка такая громадная, еле затащили. Вот, видите, какая она заснеженная. Ну, это внутри вот эти внутренности, да, зеленые, то, что сейчас посмотрим, короче, соберем.
и покажем. Вот такая вот здоровая коробка. А у меня тут на фоне красивые такие пейзажи. Красота. Ну, музыку я отключила, потому что YouTube потом забанит, конечно. Так оно с музыкой вообще идет, вот это. Так что будем сейчас ставить. Сейчас снег такой хороший шел, ну вот, закончился уже. А так был такой хороший, прям хлопьями шел. Я думаю, ну надо же, как повезло, сейчас будем за снежную елку ставить, и снег идет. Кончился. Так что сейчас буду убирать это кресло. Буду думать, куда что ставить. Ну, кресло пойдет, наверное, в нашу комнату, потому что тут оно никак уже. Так что погнали. Ну все, готов, Коля, да? Я погнал. Да, я тут оператором побуду пока. Ладно. Это верхушка, да, наверное? На веник похож, да? В бане. Ну, блин, она, наверное, широкая такая. Ой, блин. Да? Наверное. Ну, я-то знала, что она, конечно, большая будет. На балкон мы, наверное, потом вообще не выйдем. Нифига себе! Ну, та-то тоже у нас была большая. А та сейчас тебе будут то все мешать, если ты будешь ты эту ставить. Вон она, подставка сейчас. Я все переживал, что подставка. Не, как она же должна там стояла, что подставка. Ну, забыли положить. Не, в той тоже была подставка. Ну, она-то подставка такая же, как на той елке у нас была же, да? Да. Но ту я сама собирала каждый год, потому что я знала. А вот это вот сейчас то, что новое, а потом я уже сама... Ну, хотя заносить я ее сама не смогу, ту всю я всегда сама заносила. Так, какая первая у нас? Там должна стоять под номерами. Здоровая, да? Там стоит под номерами, не? Не знаю, какие номера стоят, да? Это точно вот это, который низ? Ну, да. А, ну да, тут меньше зелени, как видишь. Внимание. Она сейчас, что думаешь, вниз упадет сейчас? Нет, надо самим, наверное, опускать. В той было самим опускать. Вот они такого качества. Так, этикетки пока не убираем? Да, я не знаю. Ну, надо убрать, наверное. Ну, я потом отрежу. Ладно. А то сейчас ножниц нету. Ой, только потихонечку. Ну, ладно, сейчас я буду помогать тогда, потом уже покажем. Да. Как получилось. Так, ну смотрите, какая красота у нас получается. Это вот нижние, только их три части. Вот сейчас еще две. Ой, мне так нравится. Ну, конечно, мусор есть. Это, естественно, от любой елки мусор. Это, к тому же, еще заснеженная. Красота, конечно. Сейчас мы поставим уже второй. Потом еще покажу. И третий ярус. Ну. А это чтобы это не уколоться. Надо потолка, короче, пощипать. Ну, потолок у нас 2,55, да? 2,45. Разве? У меня шторы. А, шторы у тебя 2,45. 2,48 потолок. Нет, 2,50 у нас потолок, наверное. 2,47. Ну, окей. У нас ламинат лежит. Ладно, спорить не буду. Потом замеряю молча и все. Ну, все? А, ну все, будем продолжать дальше, да, окей. Ну, итак, третий. Как сказать? Вышка, этаж, да. Вышка. Макушка. Макушка. Ну, не такая же у нас уже прямо высокая. Не поняла, а где два? Так я же 1,90 м, что забыла? Подожди, она сколько стала? 2,10? 2,10. А что, 2,10, да? Да, вот это вот 2,10. А, макушка, да. Открыли макушку. Да. А, ну да, в принципе. Ну, она почти как наша та. А та, по-моему, тоже была 2,10 или что? Что-то я уже забыла. 1,80 м. Там 1,80 м была? Та была отсюда. А, окей. Ну, сейчас мы эту еще распушим. Ну, в общем, я 1,69 м. Да. А я 1,67 м. Был 1,70 м. Ну, это... Стопталось. С возрастом мы все стаптываемся. Так что давай распушиваем. Давай. Как ты его называл? То, что он пошел проверять. А, приемная комиссия? Приемная комиссия пришла проверять, что ж мы тут наделали. Босик, ну как тебе елка-то? Инбитрип, наверное. Что-то она его не интересует. Уже. Прятаться. Обживайся. Теперь это у него место, он всегда за елкой прячется. Босик.
Ай, все, теперь чуть-чуть он будет за елку бежать. Ну что, все, мы ее собрали. Красавица, мне нравится. Но сегодня мы наряжать ее уже не будем, мы не успеем, а то уже вечереет. Так что не знаю, может быть, сейчас игрушки занесу, те новые покажу, которые покупали-то. Посмотрим, когда по времени сейчас. Коля еще вообще хотел пару видео, да, чтобы я сюда поставила. Да, да, да. С Калининграда. С Калининграда. С базара. Да, хочется просто, чтобы на память осталось это видео. Там и мама вроде твоя есть чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Проскальзывает. Мама, наверное, не знает, да? Она знает, она же видела. А, хорошо. Так что, ну вот. Ну-ка, встань рядом с ней. Так? Да, выше Коли елка. Блин, опять выше меня. Каблуки надо. С табуреткой ходить. С табуреткой ходить. Так что, о, вот Босик, ну как тебе елка-то? А Босику все равно. Просто меня как-то спрашивали, не то чтобы спрашивали, а говорили насчет елки. Я говорю, я ставлю только искусственные. Это не из-за того, что мы из-за кота ставим. Ну хотя, да, может быть и из-за кота. Из-за потому кота. Что... У моего брата же, да, вот в том году так случилось, что они живую поставили, и это он понюхал, и плохо бедному стало. У него пена со рта пошла. Так что, а так он равнодушен наш к елке, игрушки он не бьет, ничего. Иногда бывает там что-то там внизу лапкой помотает, а так ничего, все нормально. Он поел только что. А его поэтому... уже ничего не интересует. Ничего, ну, вот такая вот она на качество. Красивая, легко. Три тайли. Трехэтажная. Трехэтажная, и все. Раз, два, три, и все. Так, ну что, наверное, на сегодня... Коля тут стоит. Слушаю тебя. Кстати, про наколочку. Тут у него стоит «За вас». Да, «За вас». Это кто-то спрашивал в комментариях. Это когда объяснит, а как это идет. Ладно. Это армейский прикол. «За вас». Но когда выпиваешь правой рукой, и уже слов нету у тебя, да? Сказать уже ничего не можешь, только мычишь. Ну, все могут просто читать. Так, теперь, надеемся, понятно, да? Так что, короче, наверное, уже, да, будем заканчивать. Сейчас Коля еще, как я и говорила, мы поставим видео то, а уже наряжать мы будем завтра. Потому что сейчас еще тоже после елки уборка все это надо будет. Потому что очень длинное видео тоже не очень люблю, когда... Ну, я надеюсь, никто не любит, когда сильно очень длинные видео. Так что это... Будем, вон тут лестница все стоит. Я с лестницы макушку чуть-чуть поправляла. Вроде ухожу. Я за ним, да? Так, ну что? Всем спасибо за комментарии, кстати, да? За то, что, ну вот, под последним видео все говорили, что... Чё говорили? Много чё говорили. И про, ну, за маму спасибо сказали, за рецепт, да, вот, правда, рецепт. Делайте очень-очень вкусно. Коля, ты меня не чеши там сзади, а то я сейчас смеяться буду. А то он мне сзади спину там почесывает. Я не могу просто так стоять. Я говорю и не могу сконцентрироваться. Все, концентрируйся. Коля, теперь мне чешется. Ладно, почешу. Короче, Коля, хватит. Ладно, все. Спасибо всем за комментарии. Очень приятно, да. Мама тоже благодарит всех. Тоже да. Смотрит нас. Марина с Казахстана, двоюродная сестра, тоже спасибо. Читали. Да. Теперь, все, кто нас знает, всем огромное теперь можно спасибо. Так общаться, да. Раз, да. Бах. Всем подписчикам. Ты нас видишь, а мы тебя нет. Да, огромное спасибо. Да. Так что смотрите, там немножко он еще на рынке, да, ты где был там, и еще что-то. Да, еще да. Последние уже пару видео. Много и все. Вкусностей я там еще заснял. Просто да. Жалко, если не выставить. Ну да, он там старался. Это даже дело не в том. Просто жалко. Просто жалко. Короче, елку будем завтра наряжать, да? Все, всем спасибо и пока. Смотрите дальше. Да. Все, Босик себе трон нашел. Мы сейчас пока кресло пока туда поставили. Вот он уже тут залез, думает, о, как хорошо, можно и на комод сразу залезть. Вынюхивает. Потом надо убрать его. Белорусская.
И вот так весь ряд. Жене хочу вызвать. Ты не помните, как раньше было? Да. На берегу. В Сочи, да? Спасибо.